Привет, друзья! Сегодняшний мой выпуск не будет похож на остальные мои выпуски, потому что я часто шучу, смеюсь, я вообще такой человек, что когда мне тяжело, я все равно обычно веселый и стараюсь еще других подбадривать. Но сегодня мы поговорим о грустном, о наболевшем, может сказать, о таких души. Я хотел вам сегодня немножко рассказать о своей жизни. В моей жизни было много хорошего. Очень много. Я был на Мальдивах и купался в Голубом океане. Я насладился рождением своего сына. И наслаждаюсь сейчас тем, как он растет, становится все более сильным, умным, красивым. Что может быть прекрасней? Я стоял на подиуме чемпионатов мира и сжимал в руках медали, кубки, один раз даже флаг Украины, когда я стал первым на одном из чемпионатов мира. Пусть даже и в категории бодибилдинг в парах, поверьте, форма была достойная, и не часто удается победить и в этой категории, так как я в другие разы приезжал, был и третий, и шестой на многих чемпионатах мира, а тут стал первым. Пусть мне повезло, но поверьте, это ощущение никогда не забудешь. В общем, в моей жизни было много прекрасного. И сейчас очень много хорошего. Я очень благодарен Богу и судьбе за то, что мне так много было дано. Но повторюсь, сегодняшнее видео о грустном. И вы сейчас чувствуете, что я говорю искренне, я говорю от всего сердца. Это нельзя не почувствовать. И в моей жизни было много очень плохого. Что самое грустное? В 9 лет у меня умер отец. Когда мне было 9 лет, а моя мать... Она сошла с ума фактически. То есть она и так была в жизни, женщиной, сложной. Так вот, была сложной женщиной, и смерть отца ее надломила. Она не могла обеспечить меня, она не могла дать мне образование. Я оказался в такой ситуации, что отца нет, мать на своей волне, не заботится о том, чтобы я ходил в школу или... Нашел себе работу, ничем не может помочь. Получилось так, что в очень юном возрасте, буквально 17-18 лет, я оказался без еды, без денег, с огромным долгом за квартиру, то есть с риском, что... Я увидел, что катастрофа, просто-напросто отключат свет, отключат воду, а могут даже и квартиру забрать. И мы с матерью окажемся на улице. И я начал работать. Начал искать работу, попытался уже в 17-18 лет, уже работал. Потом я пытался в жизни чего-то добиться, найти работу. Кому нужен неквалифицированный неуч бездарный? Пошел газеты продавать, книжки какие-то продавать. Столкнулся с мафией, тогда были 90-е годы. Ходили, целый день стоял, продавал эти газеты. Подошли, все деньги забрали, газеты забрали, по голове дали, сказали, завтра придешь сюда же, принесешь в два раза больше. В общем, как-то начал выживать, начал писать статьи. Я обнаружил, что вот можно зарабатывать на том, что ты хорошо умеешь делать. Я начал писать статьи и написал сотни статей. Как журналист я работал, писал в киевскую интересную газету. Параллельно начал заниматься спортом. Тоже были трудные времена, не было денег на зал. Мало того, что мышцы не росли, так еще не было денег на спортзал, не было денег, чтобы купить себе творог, чтобы купить себе овсянку. В эти трудные времена питался только творогом и овсянкой. Все, больше ни на что денег не было. Иногда яблоки себе покупал. В таких условиях я качался в самом дешевом зале в городе, в подвале. И, в принципе, я был счастлив. Потом не было денег даже на подвал. Летом шел в гидропарк и качался там с ржавыми штангами в бесплатном зале на улице. Когда были деньги на проезд на метро, чтобы доехать до гидропарка. Начал, в общем, я писать статьи. С помощью этих статей, честным трудом, смог себе заработать хотя бы на кусок хлеба и на спортзал. Я был уже счастлив. И за квартиру даже заплатить. Для меня это было вообще блаженство. Что так много смог добиться. Потом я устроился работать тренером в спортзал. Начал зарабатывать. Начал что-то строить. Начал что-то придумывать. Взял квартиру, в которой я жил, в ужасном состоянии, с крысами.
такой, знаете, с прогнившим полом. Сделал там ремонт, отложил деньги, сделал ремонт в квартире. Потихонечку, сначала в одной комнате, потом в другой. Потом в третьей, как-то сделал, сумел, снял другую квартиру. Эту квартиру начал сдавать. Приехал в квартиру подешевле, тренером начал работать. Создали свой сайт в интернете. Начал снимать видео на YouTube. Началась раскрутка, началась... Потом кончилось тем, что даже взяли огромный кредит и сделали спортзал в центре Киева. И тут начался кризис. Экономический кризис, тот самый, первый, когда все обесценилось, когда в зал мы вложили почти миллион долларов. Все деньги, что мы получили от продажи квартиры, от денег, взятых в банке. И все обесценилось, недвижимость упала в цене. То есть опять возникла ситуация, что если бизнес обанкротится, у меня просто заберут зал, я без квартиры оказываюсь на улице со своей семьей, без копейки денег, без зала, без возможности что-то зарабатывать. Это было катастрофой. Но ничего, начали работать, отдавать кредит. Я из кожи лез вон. Как я работал? Я всегда работал по 10, по 12 и более часов в день. Когда это была тренерская работа, я до такой степени тренировал людей, что я просто не мог выйти из зала. Вот я потренировал всех своих клиентов, начал тренировать их в 9 утра. Чтобы вы знали, тренировка одного клиента, там вроде бы незаметно, там 5 килограмм помог, там 10, там подстраховал, там штангочку подержал, чтобы человек сделал французский жим, там забрал вес. И в результате тренировка одного клиента, это, грубо говоря, как 20% нормальной тренировки в зале получается. Ну пусть даже будет 10%. Но когда за день потренируешь 20 человек, получается, ты провел уже 2 тренировки. И еще сам потренировался, то есть 3 тренировки за день. В результате вечером ты настолько физически устаешь и изматываешься психологически, что все люди не хотят просто, чтобы тренер молча их тренировал. Они хотят, чтобы ты их развлекал, чтобы это было обслуживание, чтобы им было весело, анекдоты рассказывал, давал им вдохновение. Вот попробуйте дать кому-то вдохновение, одному человеку. Вот я сейчас даю вам вдохновение 5 минут, это легко. Представьте себе, вот так давать 12 часов, 14 часов, если смена. Я в результате очень сильно выматывался, но зато я научился дисциплине и научился очень много работать. Я научился 14 часов в день тренировать, но это становится невозможным, когда ты еще и сушишься. Я в том, что на сушке, когда ты сжигаешь жир, ничего не ешь, ты слабеешь, ты можешь только лежать. Ну, максимум пойти потренироваться. Когда ты еще должен тренировать людей, тренировки становятся некачественными, клиенты могут уходить, клиенты могут быть недовольными, опять замкнутый круг, и вся схема может рухнуть. И быть и тренером, и спортсменом одновременно может не получиться. В общем, такие трудности бывали, все их тоже каким-то чудом удалось преодолеть, всеми правдами, неправдами. Конечно, было много разочарований, когда ты тренируешь человека, слушаешься, он говорит, я ухожу от тебя, Юра, ты плохой тренер, ты мне мало уделяешь внимания. Ему все равно, что ты там на сушке, что у тебя соревнования завтра. Он хочет, чтобы ты его тренировал классно, так как когда-то был не на сушке. И все, и он прав, он платит деньги, он хочет получить, он не обязан вникать в твое положение. Ну ничего, честным трудом тоже можно зарабатывать, честным трудом тоже можно чего-то добиваться. Ну просто иногда в жизни бывают такие моменты, когда все накапливается. И иногда хочется поделиться своей жизнью тем, как ты работаешь, чтобы добиться того, что ты имеешь. Вот я научился, сидя за компьютером, делать 1000 операций. У меня скорость набора, как у пулемета. Я вот так вот набираю на клавиатуре. У меня пальцы мелькают, я набираю 1000 знаков буквально там за минуту, да? И я пришел к выводу сейчас, что я делаю работу реально, ну, минимум 10 человек. Я посылаю сотни писем. Я могу там, допустим, взять, видео вышло, 200 людям написать ВКонтакте просьбу его зарепостить, чтобы его кто-то посмотрел. У меня нет средств для того, чтобы продвигать канал. У меня не было спонсора. Я все делал сам. Я обменивал между всеми этими роликами. Вот у меня 1000 роликов, да, вам кажется классно. Это надо их все смонтировать, кинуть ссылку с одного на другой, придумать для него ярлык, установить персонализированный значок. Нужно изучать YouTube, нужно изучать интернет, нужно изучать SEO, как продвигать свои ролики, как продвигать свой сайт. Во всем этом я не мог стать профессионалом. По чуть-чуть учился там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. Изучал понемножку HTML. И...
какие-то принципы копирайтинга, как снимать видео, как размещать их в интернете, как лучше их продвигать. В результате я немножко стал разбираться и в продвижении своего канала на YouTube, и в тренерской работе. Но я считаю, что самое полезное из всего, что я делал, это я нес миссию, чтобы люди годами не занимались безрезультатно и чтобы люди не получали травм. То есть на моих глазах сотни людей травмировались. Девочка Леся, пауэрлифтерша, делала жим лежа 200 кг с полной амплитудой. Тренер неправильно тренировал. Он давал ей в течение недели и жим узким хватом, и жим средним хватом, и два жима широким хватом, и жим сидя. В результате у нее было столько жимов, что у нее просто оторвалась одна грудная мышца. Она на всю жизнь осталась калекой. Она очень любит спорт. Она очень фанатично любила свое дело. Она потом жала без одной груди эту штангу. Уже не могла 200 кг пожать. Уже жала 140 с вот таким вот перекосом. Одна рука выходила вперед, и ей не засчитывали. Потому что сделать операцию и пришить грудь в Германии за 20 тысяч евро она никогда не сможет. Но если бы она знала, как надо тренироваться, как опасны все эти жимы, как надо осторожно к ним подходить, как важно циклировать, если бы она имела всю эту информацию, а не слушала своего тупого тренера, у нее бы не оторвалась эта грудная мышца, она была бы здоровой девочкой. Она бы могла сейчас так же, как Марьяна Науменко, там, быть героем, быть на подиуме. Она стала во втором эшелоне, уже там за счет тяги и приседаний пытается вытягивать. И очень много моих друзей порвались. И опытные спортсмены, и чемпионы, все рвутся. Сергей Дохота на моих глазах порвался. Его напарник по кличке Борода. Потом почитал в журнале, что еще одного качка оторвалась грудная мышца. Еще одного. Отрыв грудной мышцы – это страшная травма. У меня у самого чуть не произошел отрыв грудной мышцы. Я до сих пор не могу жать. То есть я вовремя остановился и не оторвал себе грудную. Я в жиме лежа с полной амплитудой дошел практически до 200. Этот вес, мой организм на него, как бы объяснить, не предназначен, не имеет такого запаса прочности, чтобы работать такими весами. Друзья мои, многие люди работают по сценарию. Мне тоже давали сценарии ребята с другого канала, мы с ними работали по сценарию, получалось неплохо. Когда нужно играть, когда это какой-то розыгрыш. Сейчас я говорю не по сценарию, я даже не подготовил простейшего плана, что мне нужно говорить. Я говорю о том, что она болела, но само рвется из меня к вам. И больше всего мне наболело то, что не так много людей удается спасти от отсутствия результатов и получения травм. Снял видео с врачом, с опытнейшими спортсменами, почему нельзя делать с полной амплитудой. Ну, посмотрело 30-40 тысяч человек и все. Я тогда еще не умел там запускать свое видео, чтобы их там больше человек посмотрело. Да, но все равно, получается, надо вкладывать в продвижение видео, чтобы его больше человек посмотрел и не получили эти травмы. Написал книгу, да, но денег издать ее нельзя. Я раздариваю, да, пытаюсь все-таки ее продавать, чтобы насобирать деньги, чтобы издать книгу для людей. Но пока возможности, пока издателя не нашлось. Я не смог широким тиражом ее реализовать. Даже я согласен отказаться от своей доли заработка, да, чтобы просто издать эту книгу большим тиражом и чтобы люди действительно предохранились от получения травм и потери многих лет времени. Это же огромный труд, когда год за годом человек ходит в зал, его мышцы не растут. Ну пусть чудес я тоже не сделаю. Ну пусть не будет парень, не станет он чемпионом по бодибилдингу. Но он не 60 кг будет жать лежа, входя в зал, а 100, 110, 120 кг. Гантелями не по 20 кг будет делать жим лежа, а по 30, по 40. Мышцы все равно будут больше. Все равно накачается, получит прогресс гораздо больше. Это же трагедия, когда человек потратит... Вот преданно, дисциплинированно ходит парень в зал год, два, три, есть же и такие, и на одном уровне. Потому что элементарного они не могут вычислить, сколько делать повторений, сколько отдыхать между подходами. Элементарных принципов тренировки они не знают. Хотя бы, ребят, распространяйте 12 моих принципов самых основных, о которых написано в моей книге. 12 принципов методики Юрия Спасокукоцкого. Это очень важно. Уже люди начнут тренироваться совсем по-другому. И вот сегодня я говорил в зале с человеком. Вот он занимался у соревнующегося классического бодибилдера, который сам
не может нарастить мышечную массу, остается в классике. Не потому, что он, как я, там, ограничен генетически, а потому что он тупо занимается, он тупо делает 15 повторений, между подходами минуту отдыхает. И также учит своих учеников, которые еще и натуралы. И они вот это мучаются, говорят, я так изматывался, я так мучился, мышцы не росли, все болело, меня этот парень гонял, гонял и гонял на тренировке. Поэтому, ребят, помогите делать полезное дело. Не надо денег, не надо каких-то там вложений. Просто возьмите, поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишите друга. Да у каждого сейчас есть какая-то соцсеть. Каждый может взять, разместить видео о том, как не травмироваться, или о том, как нарастить массу. Да просто ссылку на мой канал у себя ВКонтакте, в Одноклассниках, там, где угодно. На Фейсбуке все могут это сделать, но никто это не делает. Единицы делают. Потому что посмотрел, получил пользу для себя. И все. Мне постоянно, я в зале вижу, постоянно делает парень жим из-за головы. 2014 год. Уже все люди сказали, что жим из-за головы травмоопасен. Уже это знают даже те, кто категорически против моей методики тренировок. Уже с этим согласились. Но все равно все тренеры в зале, где я работаю, где я работал, давали, дают и будут давать жимы из-за головы с глубокой амплитудой. До хруста в этих плечах. Девочкам дают, пожилым людям дают. Жмут и жмут, жмут и жмут. Ну уже хотя бы это. Жим с полной амплитудой тоже. Ну уже вот парень в моем зале был тренер, жимовик. Уже у его ученика, смотрю, болит плечо, который на соревнованиях, ну не смог он участвовать. Но теперь у него постоянно болит плечо, годами. Ребят, занимайтесь жимом лежа, если у вас короткие руки, если у вас бочкообразная грудь, если у вас крепкие связки, если вы с комфортом жмете. Но самое грустное, что если не болит сейчас, год не болит, два не болит, все равно пожилые пауэрлифтеры, общаюсь, обрывы, надрывы грудных мышц. Подумайте, только если очень сильная генетика, только если очень сильные связки, занимайтесь жимом лежа. Не занимайтесь жимом, если, как я, высокий рост, 1,80 м, 1,90 м, 2 м. Не жмите по 200 кг, не опускайте себе на грудь гриф, не касайтесь грифом груди. Потому что мне никто никогда не предупреждал, что со мной будет, как сильно у меня будут болеть плечи, сколько лет мне придется их лечить. Как бы дорого я дал, чтобы вернуться в прошлое, научить себя и сейчас не иметь этой боли в плечах, не колоть туда гормональные препараты, дипроспан, и потом не делать месяцами перерывы. Можно же было просто делать с неполной амплитудой, не опускать штангу, когда делаешь жим лежа, до касания груди. Подумайте, вот жмет парень в зале штангу, не касается штангой груди, обязательно какие-то умники подойдут, скажут: «Нет, ты неправильно делаешь, опусти штангу, коснись грифом груди». Обязательно, так надо, так на соревнованиях. Ну не будет он выступать на соревнованиях, не хочет он этого, хочет просто подкачать мышцы. Ты будешь ему лечить эти плечи? Ты будешь его водить к врачу? Ты знаешь врача, который сможет сделать ему укол в акромиальную, подакромиальную впадину лопатки, попасть в сумку плечевого сустава, ввести туда этот дипроспан с лидокаином? Сможет этот врач объяснить этому парню, что ему месяц потом нельзя будет делать никаких упражнений, а то все начнется заново, все эти боли? Навряд ли. А потом надо еще колоть 10 уколов цель-тест, румелиум-С, гомеопатические препараты тоже внутрь плечевой сумки, иначе ничего не даст. Уколы в ягодичную мышцу ничего не дадут. Это очень сложное лечение. А если разрыв будет ротаторной манжеты плеча? А если будет какая-то более серьезная травма? Если будет вывих плеча хронический, ничего нельзя будет делать. Есть такие травмы плеч, что уже нельзя тренироваться. Вот я встретил, помню, американца. Жмет гантели лежа по 70 кг. Говорит: плечи. Я говорю: а что у тебя такая грудь большая, красивая? А плеч нет, плечи узенькие, мышц на них не тренирует, потому что я делал жим лежа, убил себе плечи и не могу больше качать плечи. Я могу бицепсы качать. Грудь могу вот такую вот себе накачивать, но плечи у меня уже не будет, потому что такой вот я изуродованный мутант. Этими жимами и за головы, и лежа убил себе плечевые суставы вообще пожизненно, без шанса на восстановление. Такой диагноз. Ребята, в общем, если вы хотите действительно тренироваться без травм, если вы действительно хотите, чтобы люди тренировались без травм, если вы хотите, чтобы тренировки приносили прогресс натуралам, тем, кто не принимает химию, да даже тем, кто ее и принимает. Вы знаете, как обидно, когда
приходит, допустим, тот же Роман Санёцкий. Вот все спрашивают, где Роман Санёцкий? Пришел неоперившийся птенец, жал 130 на 4. 4 года тренировался. Вы все видели, я каждый день снимал. За 6 месяцев стал жать 200, стал чемпионом мира по жиму штангележа по юниорам. Что он потом сказал? Он потом сказал, я сам все умею, я сам все знаю. Я сделаю свой канал на YouTube, мы больше не друзья. Я теперь не хочу ни от кого зависеть. Ну хорошо, ради бога, почему не остаться друзьями? Все равно он разозлился, что не может иметь всего того же, чего, что имею я. И стал, этот медведь, стал, дальше сказал, что никакой методики не существует. Я буду тренировать, я бы так все это накачал. Ну как бы он за 6 месяцев это накачал, если до этого 4 года он тренировался и жал 130. А тут он занимался 6 месяцев со мной, пожал 200 и стал чемпионом мира по юниорам. Как такое совпадение могло быть, что отдыхал между подходами он минуту и жал 130, а я его научил делать совершенно по-другому, другое количество повторений, другая система. А если бы он меня послушал, начал еще циклировать, если бы он еще начал использовать пролифтерскую, жимовую программу правильно, сколько бы он пожал? Но я не знаю, какова дальнейшая судьба человека, который загордился, который пошел против меня. Я лично против него не иду. Я лично сейчас считаю Рому Санёцкого своим другом и учеником. Пусть даже он так не считает. Пусть даже он считает, что я ничего ему не дал. Ну как можно полгода каждый день тренироваться со своим напарником? Вы видели наши тренировки, вы видели, как мы качали с утра до вечера, как ездили на соревнования, как все было классно. Как можно сказать, что все было напрасно? Нельзя. Люди, никогда не предавайте своих друзей, никогда не предавайте своих учителей, никогда не говорите, что ты ничего мне не дал своему отцу, своему тренеру, который вкладывал в тебя усилия. Даже если результата он не дал, но он хотел дать. А если дал, лучше действительно простить виновного, чем осудить невиновного. Вот что страшно. И я, мои любимые друзья, искренне прошу вас, если вы верите мне, если вы верите в то, что я работаю не только для того, чтобы зарабатывать деньги себе на хлеб, действительно, у меня нету самолетов, пароходов, я работаю. И все деньги вкладываю в производство роликов, в пропаганду здорового образа жизни и, самое главное, методики тренировок, на которые действительно дает возможность тренироваться с более низким, с гораздо более низким травматизмом и с большей результативностью. Действительно экономит людям время, и занимающимся натурально, и занимающимся на фоне применения тех или иных препаратов. Экономит время. И я считаю, что это на пользу общества. Каждый из нас должен что-то оставить после себя. Каждый раз, когда я работаю по 10 часов за компьютером, после того, как я 10 часов работал в зале, и чувствую, что я падаю от усталости, как мне нужно спать, я говорю себе, Юра, зачем ты это делаешь, зачем ты себя убиваешь? Я думаю, я должен что-то оставить после себя в этой жизни, я должен что-то сделать. И я недоволен своими результатами. 85 тысяч подписчиков всего лишь знают о том, как надо тренироваться, чтобы не получить травму, чтобы запустить мышечный рост. Вы понимаете, как это мало? Миллионы людей тренируются по Джо Уайдеру, человеку, который выпустил свою книжку, как надо тренироваться, с этими принципами непроверенными. Когда это было? 50 лет назад? Неужели нельзя уже тренироваться разумно, если уже есть готовая система, которая позволяет тренироваться с гораздо большим результатом? Да уже по Стюарту Макроберту уже лучше тренируйтесь, чем по Джо Уайдеру. По Менсеру тренируйтесь хотя бы. Уже все равно будет прогресс больше, намного больше, чем тренироваться каждый день по 3 часа, делать по 15 упражнений, просто пережигать свою мышечную массу и приносить свои мышцы и свое здоровье в жертву катаболизму, пожирающему ваш иммунитет. Скажем так, ничего не сказал из того, что хотел сказать, наболело, накипело. Еще раз прошу вас, расшаривайте ссылку на мой канал, на мои видео, просто у себя в соцсетях, если вы хотите действительно помочь обществу, помочь людям. Может, кто-то что-то умеет, может, кто-то печатает книги, журналы, может, у кого-то есть сайты, на которых можно размещать свои видео. Кто чем может помочь? Это благородное дело. Тот же самый Дикуль, допустим, я не знаю, у него были блины настоящие, или они были резиновые у него там, или они были металлические.
Но я точно знаю, что этот человек был инвалидом, встал на ноги и всю жизнь поработал с тяжестями ради людей. И я не думаю, что этот человек плохой. Я думаю, что осуждать не нужно. Тем более, что у всех есть грехи, да, идеальных людей нет. Пусть кинет камень тот, у этого Валентина Дикуля, у кого нету греха никакого, как сказал Иисус Христос, что пусть кинет камень тот, у кого нету греха за пазухой. И никто не кинул, все грешны. То же самое я не идеальный человек, у меня много недостатков. У меня порван бицепс на левой руке. У меня, опять-таки, почему? Потому что я занимался небольшим весом, в многоповторном режиме, резко, с рывками, а не по методике, где надо контролировать вес и не растягивать мышцу максимально. Этот урок никому ни о чем не говорит, почему-то. У меня был несчастный случай. Я упал с лестницы, раздробил себе колено. Стал чемпионом мира через год после тяжелой травмы. Это никого не впечатляет. Да, я не мистер Олимпия. Да, у меня никогда не будет руки объемом 50 сантиметров. Но я из маленького, худенького, с узенькими плечиками, с толстым животиком, с худенькими ручками по 30 сантиметров, дрищика стал побеждать на соревнованиях каких-то по бодибилдингу, пусть национального уровня, пойди, выйди, победи. И побеждал много раз дядек с руками по 50 сантиметров. Выходил с таким качеством, с таким рельефом, с такой формой, которую так тяжело готовил. Просто вот все силы до последней капли на протяжении целых месяцев не ел, не пил, тренировался по 2 раза в день и доносил эту форму до сцены, приносил совокупность всех своих знаний, всех своих усилий хардгейнера, приносил на соревновательный подиум и выигрывал ребят, которые могли на самом деле стать мистерами Олимпии. У них были руки по 50 сантиметров, но не было задних дельт. Не качали они задние дельты, не знали, что это такое. Не было качества, не могли они не жрать месяцами. Хотя, если бы он с такими бицепсами еще просушился, конечно, я бы поехал на мировой уровень. А я смог у него выиграть. И вот это самые приятные моменты в моей жизни, вот ради чего я живу, ради результата. Помогите мне получить результат, поддержите меня, так как я уже много лет поддерживаю вас, мои воспитанники, ученики, слушатели, подписчики. И я действительно искренне вас люблю и, в принципе, не осуждаю даже тех, кто пишет про меня гадости. Тем более, что, к счастью, таких людей меньшинство. И это говорит уже много о чем, что добро все-таки победит зло, мы победим. Пока, извините, что нагрузил вас своими соплями, слюнями. И я не привык жаловаться, и ничего, никогда вам не жаловался. Это вот больше 1000 видеороликов, больше 4 лет работы канала, я вам пожаловался. Чуть-чуть. Постараюсь больше вас не докучать и ни о чем вас не просить. Ну, в этом видео все-таки попросил немножко поддержать. Спасибо, друзья. Пока.